которую мы назвали Future Starts Now. Потому что всегда будущее начинается именно с того момента, как мы его ощущаем в настоящем. С момента здесь и сейчас, как мы его осознаем и проживаем полноценно и с пользой. И еще второе рабочее название – это Living in the New Normal. Вот этот термин New Normal у нас внутри издательства тоже в последнее время очень часто стал звучать с ссылкой на то беспрецедентное время, связанное с переходом, надеюсь, что временным переходом в дистанционную жизнь. New Normal. Возможно, и это, да и невозможно, а точно, будет оказывать свое влияние на нашу будущую профессиональную жизнь. И влияние в том числе и положительное. Мы адаптируемся, мы стараемся найти самые легкие и краткие пути к освоению цифрового пространства. Это действительно принесет много пользы и преподавателям, и ученикам. Поэтому вот с этими мыслями, полные оптимизма, мы и смотрим в будущее. Ну и на титульном слайде у нас остается неизменный традиционный многовековой герб университета и издательства, которое является частью университета, со словами, которые здесь не полностью поместились, но это «Доминус». Illuminatio mea. Господь, да, зарит мой путь. Всегда полагаясь на технологии современные, мы, конечно же, еще и не забываем полагаться на удачу. Будем надеяться, что и сегодняшний вебинар у нас в солнечных лучах пройдет тоже в таком благословленном формате. Мы сегодня с вами поговорим о том, что у нас происходит нового, что мы сделали для того, чтобы мы могли все с вами вместе чувствовать себя комфортно и на фоне завершающегося учебного года и готовиться морально, хотя бы уже мысленно или, может быть, практически к Новому году. Итак, смотрим. Я хочу начать с упоминания нашего профессионального мирового сообщества Oxford Teachers Club. Наверняка каждому из вас оно уже знакомо в той или иной мере, и действительно эта мера индивидуальна. Нам часто задают вопросы в техническую поддержку, связанные с логином и паролем. Пароль от вашего Oxford Teachers Club, на котором вы регистрируетесь, оказывается единым паролем, единым логином, в том числе для доступа на наши другие основные ресурсы. Это такие, как Oxford Learn, Oxford Learner's Bookshelf и Oxford Online Practice. О них мы сегодня будем еще говорить, но обращаю внимание ваше на то, что пароль единый. Вас будут запрашивать на страницах так называемый Oxford ID. И Oxford ID – это как раз логин, то есть ваш электронный адрес, тот, который вам доступен, которым вы пользуетесь чаще всего, и ваш пароль, который вы всегда с помощью электронного адреса можете поменять, либо вспомнить, если забыли. Так, Oxford Teachers Club имеет персональную страницу для преподавателя. Регистрация у нас открытая, свободная. Главное зарегистрироваться однажды. И при работе с сайтом у вас будет возможность зайти в этот индивидуальный профиль, который, вот, как показано в верхнем правом углу, будет приветствовать вас по имени. И кнопочка My English как раз будет открывать ту часть этого портала, которая посвящена преподавателям, профессиональному развитию преподавателя, информации об учебниках и некоторым другим интересным и полезным вещам. Итак, к
кратко описывая Oxfordteachers Club и что это такое, это информация о курсах, включая образцы страниц, описание самого курса, ISBN, его уникальный номер каждого компонента, будет книга для учителя или рабочая тетрадь для ученика. Есть дополнительные ресурсы, они называются Learning Resources и учебные ресурсы. По-русски Teaching Resources – ресурсы для обучения. Дополнительный материал, особенно, конечно, ценные материалы для преподавателя, потому что то, что не содержит, например, книга для учителя в печатном виде, это будет находиться на Oxford Teachers Club в разделе, посвященном конкретному курсу. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, что сейчас мы выложили все книги для учителя в электронном виде. Это большинство книг для учителя на наши самые популярные курсы. Если, например, говорить про Family and Friends или Solutions, English File или Headway, которые являются бестселлерами и в нашей стране, и по всему миру. Сейчас книги для учителя целиком в формате PDF доступны на этих страницах к данным курсам. Это Oxford Teachers Club. В ресурсах в нашей вебинарной комнате сегодня вы найдете отдельный файл, он называется Teacher's Guides, Teacher Guides on Oxford Teachers Club, со списком тех курсов, которые сейчас представлены в виде PDF и книги для учителя. Еще на Oxford Teachers Club замечательная страница, связана с вебинарами. Те сессии, которые мы сейчас активно проводим, сейчас активно, потому что время связано с тем, что многие из нас находятся дома, многие из нас работают, не отходя и от компьютера, и вебинаров просто стало больше. Кроме того, прошедшие вебинары за последние несколько лет сохраняются в архиве, это называется Webinar Library, и их можно тоже по категориям, вот мне очень нравится, что они по категориям располагаются, в зависимости от нашего профессионального интереса, их можно все просматривать. На портале Oxford Teachers Club, на сайте elt.oup.com, мы основали такую страницу, которая посвящена ресурсам для преподавателей, ресурсам для учеников, а также для родителей, связанных с тем, что многие сейчас обучаются и обучают дистанционно. Например, для учеников это будут интерактивные задания, по английскому, разумеется, языку, связанные с нашим новым словарем, с 10-й версией учебного словаря Oxford Learner's Dictionary. Для преподавателей это ссылки на описание всевозможных платформ, которые позволяют обучать дистанционно. Это краткие и более подробные руководства, ориентирующие в мире дистанционного обучения. Поэтому обязательно обратите внимание, если еще вы это не сделали, на эту страницу Learn at Home. С нее начинается просмотр нашего центрального сайта elt.oup.com. На слайдах, которые будут доступны для скачивания в формате PDF, вы сегодня, коллеги, будете видеть много таких подчеркнутых синим цветом ссылок. То есть слайды сегодня у нас максимально обогащены уже прямыми ссылками. Работая с PDF-файлом, вы сможете проходить по ссылкам прямо туда, на те ресурсы, о которых мы сегодня говорим. Итак, это страница Learn at Home
на сайте eltoup.com. Именно на этом сайте у нас и находится профессиональное сообщество преподавателей английского Oxford Teachers Club. Из ближайших предстоящих мероприятий у нас ожидается ряд вебинаров, который уже начался в последние пару дней, 12 мая, и будет проходить до июня. Все, разумеется, будет сохраняться в библиотеке Webinar Library. Эта ссылка тоже активна, гиперссылка. Связанные с оцениванием, с формирующим оцениванием, такой термин мы сейчас применяем и в отечественной методической терминологии, формирующее оценивание, то есть тестируем, контролируем усвоение языковых навыков не с целью только лишь их контроля и проверки, но еще и с целью дальнейшего обучения. Как преподаватель может их лучше оценить дистанционно? Как преподаватель наиболее эффективно может давать обратную связь своей группе, своим ученикам, чтобы эта обратная связь была действительно конструктивной? Об этом будут говорить наши эксперты на вебинарах. Вы видите их имена. По кнопке «Register» мы можем зарегистрироваться на каждый из вебинаров. Дано описание каждого мероприятия в зависимости от интереса, а также наличие свободного времени, мы регистрируемся на конкретную сессию. Каждый из вебинаров, которые проводятся в Oxford Teachers Club, сейчас читаются в несколько временных периодах, так как это глобально проводится для всего мирового профессионального сообщества, то мы это делаем специально удобно, чтобы преподаватели с различных часовых поясов могли выбрать удобное время. Ну и, конечно, не забываем об архиве, о библиотеке вебинаров, где можно в режиме онлайн, но не в прямом эфире. Единственное, что вы будете смотреть запись, не сможете задать вопрос, но, однако же, можно просмотреть вебинары, которые уже были прочитаны. Не только в разделе Webinar Library на сайте, но еще и в наших социальных сетях. Самая моя любимая лично – это страница Oxford ELT на YouTube. Сейчас выложены различные полезные видео для преподавателей. На самом деле страница Oxford ELT на YouTube – это огромнейший тоже портал с видеоматериалами, которые посвящены и курсам, и видео, демонстрирующие урок по одному из наших курсов, интервью с авторами или экспертами. Много разного полезного видео, разной длительности, но в основном они все краткие, удобоваримые, что называется, клипы на несколько минут, которые как раз будут полезны не только вам, но и вашим ученикам. Но прежде всего мы ориентируемся здесь на преподавателей, которые, зная о том, что такой ресурс существует, будут уже отправлять полезные ссылки дальше ученикам либо родителям. Итак, это сайт на YouTube. Его можно найти по ключевым словам Oxford ELT. Он будет обозначен нашим фирменным логотипом Oxford University Press и все тем же самым гербом, с которого мы сегодняшний вебинар начинали. А еще есть смысл посетить страницу на Facebook. На ней тоже много интересного. Она также называется Oxford ELT. Один из вебинаров, который в нескольких частях мы проводили в последние два месяца, связан с моральным
благополучием преподавателей. Teacher well-being – такой термин уже устоялся довольно прочно, и под этим названием даже вышла книга в серии «Профессиональные книги для преподавателей». Она так и называется – Teacher well-being. И вебинар, который был частью нашей онлайн-конференции – в 2019 году, в 2020 году тоже были у нас сессии, посвященные этим техникам. И что интересно, рассматриваются конкретные техники, ну, там, например, дыхательные упражнения, или как можно, скажем, сосредоточиться на себе, чтобы дать себе отдохнуть прямо во время урока. На это потребуется несколько минут. Интересная, например, техника нейтральной передачи. Вот это neutral gear. Ссылка на вебинар, посвященный благополучию преподавателей, как раз находится на слайде. Вы ее сможете открыть, сохранив себе в PowerPoint, в PDF, извиняюсь, материалы к сегодняшнему вебинару. Teaching blog – это методические статьи с практическими рекомендациями к проведению отдельных упражнений на занятиях. Их можно преломлять и в дистанционном формате, а также теоретические статьи со ссылками, которые обязательно пригодятся тем из нас, кто сейчас находится в научном, скажем так, поиске, кто пишет научные работы. Ссылки на источники, которые вдохновили авторов и экспертов на создание той или иной методической статьи. Все это находится в преподавательском блоге. У него есть отдельный адрес, интерактивная ссылка на слайде, но при этом эти материалы также доступны из вашей личной страницы в Oxford Teachers Club. Еще один блог, который появился у нас относительно недавно, за последние, я думаю, полгода, он посвящен не столько преподавателям, сколько именно изучающим английский язык. Его можно смело рекомендовать нашим ученикам, если они уже немножко умеют читать. Блог разделен на разделы, как на слайде можно видеть. Это speaking, listening, reading, writing, assessment. Внутри находятся краткие полезные рекомендации к изучению аспектов языка и интерактивные упражнения. У нас вышла версия словаря, обучающего словаря Oxford Learner's Dictionary, 10-я версия, и интерактивные упражнения будут связаны с работой со словами, с лексическим приращением, с словообразованием, то есть с лексической стороной освоения английского языка. Очень симпатичный блог, поэтому приглашаем вас посетить его и обязательно оставляйте свои отзывы. Методические статьи, которые я упоминал в блоге для преподавателей, они также имеют возможность приходить вам на электронную почту по мере того, как они выходят. То есть это будет примерно один или два раза в месяц. В зависимости от вашего профессионального интереса по возрастным категориям, взрослые, обучающиеся либо дети, либо подростки. А еще есть интересный блок тематический. Это книги для чтения. Сейчас перед летними каникулами будут особенно актуальны вопросы мотивации учеников к чтению. Методические статьи, которые могут попадать прямо в ваш электронный ящик. Не навязчивыми периодами, а один или два раза в месяц. QR-коды и прямые ссылки на то, чтобы подписаться на такую рассылку, они находятся у нас на слайде. Еще, что касается методических разработок, целые научные
меморандумы, скажем так, отражающие современную научную мысль и в то же время спроецированные через мнение экспертной панели Оксфордского университета. Это наши новые так называемые position papers, меморандум, наверное, научный меморандум, самое точное будет по-русски эквивалент. Они находятся у нас по ссылке, они находятся все на том же портале, коллеги, elt.uup.com, посвящены самым актуальным аспектам в преподавании. И если говорить про один из них, это Global Skills, также известные нам как Soft Skills или умения и навыки 21 века. Мы о них действительно говорим сейчас немало совершенно. О том, как это может выглядеть в виде практических заданий на уроке английского языка, или о том, как можно оценивать усвоение не только языковых навыков, но и этих навыков глобально важных, таких как цифровая грамотность или критическое и креативное мышление, работа в команде с умением привносить индивидуальный вклад во время этой работы. Вот этому посвящен научный обзор в рамках Position Papers, научного меморандума. Его можно скачать также в PDF по ссылке на слайде. Global Skills, навыки 21 века, это только один из примеров. Еще сделаны статьи, посвященные, например, инклюзивному обучению, посвященные тестированию, посвященные обучению младших школьников. Все это можно увлекательно читать, небольшой по объему документ и, опять же, с полезными ссылками. Сегодня и сейчас, в эти дни, многие из нас занимаются на всевозможных платформах и проходят какой-то курс. Хорошо, если есть на это время, на дополнительное обучение и повышение профессиональной квалификации, а также самосовершенствование. Если вдруг у вас еще есть временные рамки свободные, если вдруг вы еще в поиске, какой курс пройти, то есть смысл обратить внимание на курсы, предложенные нашим дружественным подразделением. Это не обучение английскому языку, а академическое подразделение в издательстве. Платформа epigeum.com, которая сейчас является частью издательства, предлагает до конца мая, если я не ошибаюсь, в свободном доступе пройти вот такие курсы, названия которых вы видите на слайде. Это Teaching Online, Blended Learning для преподавателей, работающих со старшими возрастными категориями. И не обязательно это будет университетское обучение, это может быть и языковая школа, это могут быть старшеклассники в государственном общеобразовательном учреждении. Мне понравился очень обзор курса University Teaching Core Skills Planning Preparing Learning Activities. Вот такие четыре курса. По ссылке можно получить их описание, там находится внутри, как он называется, в общем, кодовое слово, которое мы вводим для того, чтобы получить открытый свободный доступ к этим курсам. Они рассчитаны на 20 часов примерно, то есть читаем и делаем задания, читаем, делаем задания, но до конца месяца еще можно пройти и наверняка это будет еще продлеваться. Страница, на которой мы работаем непосредственно с преподавателями, коллеги, мы всегда с вами в постоянном контакте с преподавателями. Мы действительно работаем постоянно на предмет разработок уроков, на предмет отзывов к учебникам, на предмет апробации
курсов, которые еще только должны увидеть свет. И такая страница, как Oxford Learning Exchange, она призывает тоже нас с вами, коллеги, принять участие в различных опросах, кратких или более длительных. За участие в опросе мы премируемся баллами, которые затем можно будет на сайте Amazon обменять на печатную либо электронную книгу. Вот такое интересное начинание. Оно было запущено у нас в 2019 году. Oxford English Learning Exchange. У него индивидуальная ссылка, но она на слайде у вас есть, и она будет в материалах сегодняшнего вебинара, поэтому вы тоже можете туда пройти. Отдельно на нем нужно зарегистрироваться, доступ свободный, но по регистрации с помощью электронного адреса, и получать удовольствие, участвуя в формировании, можно сказать, системы мирового образования. Да, потому что издательство университета оно влияет непосредственно на то, как будут выглядеть в ближайшее время учебные ресурсы. Ну а так как это наше с вами, коллеги, взаимодействие, то, в общем, мы с вами и формируем эти материалы. Один из способов влияния, один из способов высказать свое мнение и заложить. Такого рода взаимодействия. Так. Подписались на нас. Отлично, отлично, коллеги. Я уверен, что по итогам сегодняшней встречи будет много новых подписок, много полезных материалов для себя будем открывать. Oxford Learners Bookshelf – ресурс, доступ на который у нас общий по вашему паролю от Oxford Teachers Club. На всякий случай повторяю. Oxford Learners Bookshelf – это та книжная полка, которая открывает доступ к нашим книгам в электронном формате. Книги в электронном формате у нас, этот электронный формат сейчас есть на большинство курсов. Если мы подумаем о бестселлерах Solutions или English File, то, конечно же, в различных изданиях электронные форматы у нас здесь представлены. Это и учебник, и рабочая тетрадь, и книга для учителя. Но книги для учителя сейчас мы в рамках, скажем, карантинированного обучения выложили для преподавателей в Оксфордском клубе. Возвращаемся к книжной полке. Книжная полка – это, во-первых, образцы некоторых учебников. Когда вы зайдете под своим логином и паролем от Oxford Teachers Club, вы увидите, что эти сэмплы, эти образцы там уже находятся. Например, новое издание English File или новое издание Headway в пятом издании у нас. Headway вышел в 2019 году. Продолжают выходить новые высокие уровни четвертого издания English File. Oxford Discover, например, тоже у нас представлен в виде образцов. Образцы нужны для того, чтобы получить представление о том, что такое электронная книга. И мы сейчас ввели терминологию, она едина для всех курсов. Это CPT, Classroom Presentation Tool, либо e-book. Если мы видим аббревиатуру CPT, Classroom Presentation Tool, то это говорит нам о том, что материал предназначен в том числе для фронтальной работы в классе. Если аудитория у нас оснащена большим экраном, то преподаватель может быть уверен, что все глаза учеников будут направлены на доску. То есть мы работаем фронтально с материалом учебника на доске, можем вызывать к доске учеников для выполнения заданий, интерактивно вписываемых строчек, либо передвигаемых каких-то частей в предложении. Потом можно будет также фронтально демонстрировать правильные ответы. В
В таком ресурсе, как CPT, чаще всего у нас находятся все компоненты курса, то есть и учебник, и рабочая тетрадь, и книги для учителя, а также дополнительные слайды, например, для подачи грамматического материала, как это происходит в Solutions, дополнительные интерактивные игры, как это происходит со всеми детскими и подростковыми курсами Solutions, English Plus, Family and Friends. Вот таким образом. И e-book – это тоже электронный формат учебника. Его можно смотреть с компьютера либо с планшета. То же самое, конечно же, касается и Classroom Presentation Tool CPT. Но Classroom Presentation Tool уже в самом своем названии заключает то, что мы работаем фронтально. Они различаются в стоимости и ориентированы один из них на учителя, либо на класс, на школу, потому что к книжной полке, разумеется, могут иметь несколько преподавателей доступ, или электронная книга, которая уже, в свою очередь, ориентирована на ученика. Если в CPT есть возможность видеть ответы упражнениям, то в e-book этих ответов не будет, потому что она ориентирована на ученика, который будет выполнять упражнения на страницах, как он бы делал это в печатном учебнике. Функции, которые одинаковы для обоих электронных форматов, это аудио и видео, то есть там, где у нас в ходе урока должно запускаться аудио, нажатием на соответствующий значок мы включаем это аудио, либо видеоматериал. Видео открывается в отдельном окошке, там могут отображаться, могут не отображаться субтитры, мы должны будем нажать соответствующую кнопку. Если работаем с аудио, то есть возможность записать себя, как мы проговариваем ту фразу, которую только что услышали в образце, записать себя и сравнить образец и собственную запись. Так работает аудиоматериал, но при этом это еще и задание к аудированию в ходе урока. Приближение картинок, фокус на конкретном участке страницы, выделение маркером, добавление собственных примечаний, которые потом будут сохраняться при последующих входах в ресурс. Эти функции также едины для обоих форматов. Ну и интерактивные задания, дополнительные интерактивные задания, это прерогатива, если так можно в данном случае сказать, Classroom Presentation Tool. Все наши консультанты, методисты в образовательной компании Reload, с которой мы, как издательство, работаем в тесной связке уже около 30 лет. Скоро будем в следующем году праздновать 30-летний юбилей. Мы всегда рады индивидуально проконсультировать вас как группу коллег от учебного заведения, так и индивидуально как преподавателя на предмет того, в чем разница, например, между CPT или e-book, потому что некоторые нюансы, они еще пока уникальны для конкретного курса. Мы, как издательство, стремимся стандартизировать набор функций для всех курсов, чтобы они были одинаковые в e-book одни, в CPT другие, но вот эта стандартизация сейчас как раз в процессе. С электронными книгами, с электронными форматами можно работать в офлайне. Это очень часто задаваемый нам вопрос, и ответ на него утвердительный. Да, если мы устанавливаем на компьютер эту книжную полку, все с той же страницы, Oxford Learners Bookshelf, там будет кнопочка «Установить программное обеспечение», и оно ярлыком на рабочем столе будет открывать эту книжную полку с именно вашими книгами.
И однажды скачав его с компьютера, который находится у вас в руках, всегда с собой, либо установлен в аудитории, можно будет без подключения к интернету работать с материалом. То же самое касается и планшетов. Если преподаватель либо студент работает с планшетом и электронным форматом учебника. Oxford Parents, родители – это, конечно же, тот мостик, который связывает образовательное учреждение и студента, преподавателя и его ученика. Есть еще и родители. Родители у нас сейчас часто большие энтузиасты, часто многие из них хорошо, на их взгляд, разбираются в английском языке, но это связано прежде всего с тем, что поколение приходит такое, которое ну, английский, по счастью, смогло усвоить, либо применяет сейчас профессионально. Мы можем только быть этому рады и разработали специальную страницу на нашем центральном ресурсе elt.oup.com, которая посвящена преподавателям. Если они могут читать по-английски, то они могут заходить в эти ресурсы. На слайде вы видите, что они обозначены возрастом. Например, ресурсы, небольшие задания, на самом деле, что представляют собой эти ресурсы. Небольшие задания, маленькое упражнение, которое родитель может проделать дома со своим ребенком от 3 до 5 лет, от 6 до 10, до 11, даже до 14 возраст указан, посвященный различным темам, скажем, грамматика или лексика, песня или какие-то ритмические стихотворения на произношение, говорение, письмо. Сейчас актуальный вопрос о том, чем занять ребенка, когда мы все вместе, всей семьей находимся дома. И вот также и страница Oxford Parents у нас последние месяцы стала очень популярна. Ее преподаватели, зная о том, что такая страница есть, тоже с удовольствием могут рекомендовать. Ресурс Oxford Learn, на котором находятся наши интерактивные курсы, это еще одна страница, где Oxford ID един для Оксфордского клуба преподавателей или книжной полки. Oxford ID, ваша электронная почта и ваш пароль приведет вас к списку курсов, которые доступны для изучения онлайн. На этом портале у нас находятся курсы, сопутствующие некоторым основным учебникам, таким как Solutions, например, так и самостоятельные вещи, которые связаны с изучением языка, они будут вот как мелко получилось здесь. Самостоятельные курсы, standalone courses, на 20, 30, 40 часов, рассчитанные на каждый уровень. Они регламентированы по европейской шкале от А1 до С2. И будут тоже содержать свой набор тем, а также лексико-грамматических единиц, которые на конкретном уровне, например, B1, нужно усваивать и отрабатывать. Например, отдельно стоящим курсом является курс English for Work. Я кратко здесь покажу вам то, что он редким образом для английского делового общения. У нас начинается с невысоких уровней, с уровня А2. Мы можем заниматься самостоятельно, либо с преподавателем, говоря о том, что существуют курсы электронные по изучению английского языка. Мы никогда, в общем-то, не умаляем роли преподавателя, потому что все равно консультации с преподавателем, с экспертом в методике, с экспертом в языке – это обязательная вещь, которая параллельно и регулярно должна идти в ходе освоения материала, осваиваем
ли мы его в цифровом виде или в печатном. Поэтому самоучителей, таких учебников, да, как самоучитель по английскому языку, у нас в издательстве никогда не было найти и вряд ли появится. Мы всегда предполагаем, что эта связь преподавателя и ученика неразрывна, но и аргументов масса, защищающих эту научно подкрепленную позицию. Итак, что преподаватель может рекомендовать ученикам для освоения? Это английский делового общения в рамках бизнес-коммуникации, такой как разговоры по телефону, письменный деловой английский, начиная с составления электронного письма, заканчивая жанрами, где мы пишем заметку в социальные сети, заметки во время работы на совещании, а также socializing skills, как общаться по-английски, в том числе вслух, представляя себе цели, задачи, формат общения и все, что с этим связано. Всевозможные упражнения на различных уровнях. Каждый из курсов, именно если говорить про конкретно English for Work, будет занимать до 15 часов на каждый уровень. Ну и все-таки о связи с преподавателем. Это автоматический журнал. Ну, всегда в онлайн-курсе есть автоматический журнал. А автоматический журнал – это что? Ну, это отметка о прогрессе, да, сколько упражнений было уже выполнено и с каким успехом. И этот автоматический журнал, он адресован не только студенту, но и его преподавателю. Здесь названия могут разные присутствовать, но именно вот курирующая и экспертная функция, она всегда у нас остается за преподавателем, который будет тоже регулярно просматривать автоматический журнал ученика. Выход в словарь, потому что задания все сформулированы на английском, даже на начинающих уровнях, но кнопочка Dictionary, она всегда под рукой, и в случае чего можно перевести целиком инструкцию к заданию, либо отдельные слова, отдельную открыть словарную статью. Так, коллеги, я вернулся, что-то выбило меня немножко. Итак, продолжаем. Двигаемся дальше. Конечно же, не исключена определенная усталость от компьютера, от работы с электронными ресурсами. И когда-то постоянная привязка к ноутбуку, она, конечно же, закончится. Более того, мы рекомендуем регулярно отдыхать от компьютера глазами, посмотреть куда-то, ну, как минимум, вдаль, да, или на небо, там, на облака, отойти от рабочего места каждые 10-15 минут, встать, походить. Такие полезные советы, казалось бы, простые вещи, которые знают все с детского класса, но они у нас тоже звучат иногда в цикле вебинаров, адресованных преподавательскому профессиональному благополучию. Ну и я упомянул усталость от цифровых ресурсов, она закономерна, и благо дела существуют не только ресурсы цифровые, но и печатные. Будем надеяться, что новый учебный год будет начинаться у нас с традиционного, привычного формата, где на столах учебники, в классе парты,
преподаватель и взаимодействие преподавателя и группы студентов. Говоря о печатных курсах, у нас возникает гордость в связи с тем, что наша линейка Oxford Discover сейчас продлевается вплоть до старших классов. Oxford Discover у нас есть в виде учебника для начальной школы. Для подготовительных этапов у нас есть именно эта же методика в учебнике, который называется Show and Tell. Show and Tell сейчас, как и Oxford Discover, есть во втором издании. А для подростков, начиная с возраста 12-13 лет, у нас есть новый курс Oxford Discover Futures. В слове Discover заключается методика открытия, методика использования природного любопытства ребенка, подростка, да и человека в целом, потому что тяга к познаниям – это абсолютно здоровый у нас психологический, скажем, параметр, наличествующий у каждого в той или иной мере, но эту меру можно развивать. Так вот, Oxford Discover задействует методику ответа на вопрос. В начале каждого юнита мы анонсируем какой-то большой, иногда философский, иногда очень открытый, иногда риторический вопрос. Например, разница между необходимыми потребностями и желаниями. По-английски это звучит what do we want? И противопоставляется wants and needs. Точно таким же образом из различных предметов. Здесь задействована еще и межпредметная связь в обучении английскому языку, из предметов, связанных с точными науками, естествознанием, гуманитарным циклом наук, также навыками 21 века, такими как критическое творческое мышление, работа в команде, индивидуальный вклад в работу в команде. Все это легло в основу открывающей методики в Oxford Discover Futures. И вот это вот слово «брошюра», по диагонали прописанное, это тоже интерактивная ссылка, которую я разместил сейчас на нашу новую интерактивную брошюру, которая позволит либо кратко, либо по желанию более глубоко ознакомиться с тем, что представляет собой новый курс. Брошюра интерактивна тем, что там в нее встроены видеоматериалы, аудиоматериалы. При нажатии на определенный значок можно развернуть информацию. То есть это такой целый, я не знаю, сайт, что ли, может быть. Мы проходим на него по ссылке, но он очень красиво и лаконично прописан. То есть это прямо такая самая горячая сейчас у нас новинка, как мы можем кратко, при этом эффективно получить представление о новых курсах. Я покажу список этих новых интерактивных брошюр на завершающих слайдах, к которым мы, коллеги, с вами сейчас стремительно приближаемся. Вот еще на что я хотел сегодня обратить ваше внимание, это наши курсы. Наши курсы для взрослых обучающихся. Но есть у нас и такая практика использование некоторых из этих курсов, например, English File, успешного использования и в 9, 10, 11 классах в старшей школе. Особенно зарубежные коллеги у нас любят с взрослыми подростками работать по English File. Но таков формат на самом деле и таков дух, такой интересный, не скучный дух подачи материала именно в этом курсе English File. А некоторые из нас, наоборот, любят делать акцент на грамматике
и новое издание знаменитейшего курса Headway, которому тоже уже более 30 лет, по которому мы с вами все в тот или иной момент тоже занимались. Сейчас в пятом издании в 2019 году вышел во всех своих уровнях, то есть вся линейка с Beginner до Advanced. Ну и при этом курс, разумеется, новый, содержание текстов, заданий переработано, но вещи, за которые Headway преподаватели любили и любят, они сохранились. Например, в начале юнита у нас будет грамматика, индуктивный метод, когда мы сначала смотрим, как явление функционирует в языке, затем смотрим на рамочную конструкцию и усваиваем, как это грамматическое явление формируется. Но при этом это открывающее каждый раздел, это открывающий раздел каждого юнита. Наш курс Navigate, который тоже некоторые из коллег в передовых технических вузах страны успели оценить по достоинству, работают в них. Это курс Navigate. Он строго, скажем, ориентирован на взрослых, но при этом не сухой. Интересный, потому что темы взрослые, темы спорные, темы, где всегда будет возможность высказать собственное мнение, темы актуальные, потому что основанные на фактах. Но вот это вот построение текстовых заданий на фактологии, на существующих в мире реальностях, она актуальна, в общем, для всех материалов, выходящих в издательство сейчас. Ну, потому что мы учим языку, который должен функционировать за пределами аудитории, для того, чтобы на нем можно было говорить в профессиональных, там, скажем, общесоциальных, деловых целях и в том числе предметы. Спасибо за ваши отзывы и за ваш вопрос. Какой из курсов, на ваш взгляд, лучше? Вот здесь мы всегда ориентируемся на, ну, прежде всего, на себя как преподавателя, в каком стиле мы привыкли работать. Потом мы ориентируемся на группу, что за студент к нам приходит. Либо это корпоративная группа, которая, наоборот, хочет отдохнуть после рабочего дня. И такой, скажем, более игровой формат, много цветных картинок. Тогда мы рекомендуем English File. Но при этом English File, либо Headway, либо Navigate, они по своей эффективности, то есть то, что мы получаем на выходе в ходе занятий, они будут одинаковые, и они не имеют иного права, потому что учебник сейчас, уважающий себя учебник, он регламентирован еще и по европейской шкале с точки зрения компетенций. У нас на каждом учебнике заявлен конкретный уровень от А1 до С2. Соответственно, мы в ходе юнита будем получать тот языковой и металингвистический материал, который предполагается на данном уровне с данной возрастной категорией. Остается только взвесить темперамент преподавателя, наши взаимоотношения с группой, в каком формате мы их хотим выстраивать. Ну а самое главное на самом деле это не отвлекаться от книг для учителя, потому что это не только ответы к заданиям, но и процедура урока. Если больше грамматики, то это Headway. Если больше пояснений к языковому материалу, то это Navigate. И еще курс Wide Angle. Коллеги, я хочу обратить на него сегодня ваше внимание. Мы его в нашей стране представляем крайне мало. Мы его на самом деле вообще вместе с эксклюзивным дистрибьютором не привозили, потому что он американский, английский, хотя ничего
особенно криминального, в американском, английском мы не видим сейчас, да, потому что грань между американским и британским вариантом, она, в общем-то, стерта, за исключением, скажем, орфографии, за исключением некоторых, но сейчас уже, да, тогда углубимся мы. Но в общем и целом, это язык страны носителей, это язык страны изучаемого языка, извините за тавтологию. Курс новый, и мне он лично очень симпатичен, потому что его издатели, то есть наш издательский отдел, мы так их называем, позиционирует как курс социального именно английского языка. Язык общения и язык коммуникации. Мне он еще нравится, потому что я в свое время в первом дипломе, в первом образовании как раз писал работы по прагматике коммуникации и все, что она в себя включает, все параметры, прагматика отправителя, прагматика получателя, формат, место, жанр и прочие факторы, влияющие на успешную коммуникацию. И вот представьте себе, что мы, обучая языку с младших уровней, учебник взрослый, но с уровня стартер до уровня advanced, мы постоянно держим в фокусе то, что наше высказывание должно быть эффективно. Эффективно решенная коммуникативная задача. Ну вот, по-моему, замечательный посыл от авторов учебника, но при этом это общий английский, это не только говорение, интерактивная брошюра для ознакомления с курсом, пожалуйста, по ссылке. И мы на самом деле сейчас размышляем над тем, стоит ли этот учебник нам, нашим российским коллегам представлять, потому что ну, как-то устоялось за прошлые годы, но эти годы действительно прошлые. Такое мнение, что американский английский у нас не в ходу. Но при этом мой личный взгляд за 15 лет работы в британских издательствах, он сформировался таким образом, что чем шире предложение, чем больше выбор, он не должен быть слишком большой, но выбор должен быть. И выбор какой-то интересной новинки – это всегда замечательно, это всегда новый воздух, новый взгляд. Так вот, коллеги, я повесил сейчас опрос. Смотрите, нужен ли нам в стране новый курс Wide Angle. И если вы считаете, что нам нужен этот новый курс, проголосуйте, пожалуйста, в положительным образом. Так, зависаю. Угу. Так, хорошо, коллеги, как считаете, давайте я попрошу вас ответить в чат. Нужен ли нам курс Wide Angle с учетом того, что это американский английский? Как по-вашему? Напишите просто да, да или нет. Да, Андрей, большое спасибо. Новый курс, на наш взгляд, это всегда... новый положительный ход вещей. Так, коллеги, единомышленники и эксперты, вас благодарю за участие. Но побольше давайте соберем отзывов. Интересно, скажет ли кто-нибудь нам нет. Так, спасибо. Вам тоже спасибо, коллеги, что участвуете.
Будем отдельно проводить встречи, посвященные внутреннему позиционированию. Так, коллеги, значит, будем проводить еще отдельные вебинары, отдельные встречи, посвященные позиционированию курсов для взрослых. Но здесь, например, на слайде видно, что Navigate у нас в одну сторону уходит в связи с тем, что его структура юнита предполагает, что мы в ходе юнита идем от его начала до конца. И при этом English File и Wide Angle у нас предполагает, что преподаватель может сам выбрать, начать ли в этом юните с грамматики или с лексики, или начать с чтения, или часть юнита вообще пойдет на домашнюю проработку с тем, чтобы потом в классе вернуться и быстро проверить. Ну и Headway, он находится условно где-то посередине. Но в целом это все курсы для взрослых. Если говорить про платформы к нашим новым курсам, мы их называем новыми, потому что новое издание и целиком переработанное содержание. Поэтому название старое, но при этом новый курс. И к ним онлайн-практика у нас находится на отдельных сайтах. Онлайн-практика сейчас предполагает еще и ресурсный центр для преподавателя, где преподаватель видит не только эту, скажем, электронную рабочую тетрадь, не дублирующую рабочую тетрадь основного курса, интерактивные задания, но имеет доступ к ресурсам. Например, целиком книга для учителя в электронном виде, поделенная на юниты, удобно для того, чтобы что-то можно было скачать или распечатать и не ворочать, скажем, большую книгу по столу. Еще это отдельно выделенные видео, тесты, photocopiable activities, ксерокопируемый материал для дополнительной работы в классе. Так, коллеги, на вопросы отвечу. Сейчас приближаюсь к завершающим слайдам. Слайд, резюмирующий то, о чем мы сегодня говорили. Как преподаватели могут быть в хорошем смысле слова вооружены, каким образом мы стараемся подкрепить наших коллег в различные необычные периоды. Постараюсь избежать какой-то негативной коннотации. Итак, это профессиональное мировое сообщество Oxford Teachers Club. Это Position Papers и они же Focus Papers. Оба вида документов, Position Papers длинный, Focus Papers краткий, посвященные разным методическим темам. Когда про Global Skills, помните, мы говорили, вот такой научный меморандум, квинтэссенция научной мысли, разработанная экспертами как университета Оксфорда, так и экспертами, представляющими другие крупные мировые образовательные организации, либо самостоятельные компании. Блогов у нас теперь два, методические для преподавателей и учебные для учеников. У нас есть в презентации отдельные слайды со ссылками. Социальные медиа, социальные ресурсы – это YouTube и Facebook, интересные как преподавателям, так и студентам.